Привет, меня зовут Наталья Рыжая, и я руководитель первого в Украине бульгарского. Но сегодня я хочу сказать не об этом. Я хочу рассказать вам о светописи. Что такое светопись? Светопись – это изображение света. И как любой свет, оно тает, появляется и исчезает, как сказка. Светопись – это шоу, в первую очередь, которое может стать изюминкой вашего юбилея, праздника. Это может быть изюминкой вашей вечеринки. О светописи можно говорить очень долго, но лучше всего это один раз в год. Для того, чтобы это было возможно на вашем мероприятии, в зале должна быть полная темнота, иначе изображение будет слабым, еле заметным и не произведет того эффекта, который оно может произвести. Сюжеты в светописи плавно перетекают один в другой, и поэтому мы можем получить целую сказку, которая зарядит вас энергией и позитивными эмоциями. Световые картины могут рассказать вам историю любви, они могут подарить вам трогательные моменты или напомнить о каких-то знаменательных датах. Это могут быть лица людей, это могут быть сюжеты. Еще вы не представляете, что это делает с детьми. Если вы хотите на празднике, чтобы ваши дети были заняты, то вы, поверьте мне, целый час вы можете про них просто забыть, они будут в сказке.